Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». Штат магазина увеличен, что повлияет на скорость формирования заказов. Команда «Русского масштаба» желает вам приятных и нужных покупок. Ссылка на магазин в описании к видео. Здорово, комрады! Это видео у нас по постройке танка Е-75 для диорамы «Новая Швабия». В прошлом видео вы видели, как я загрунтовал докероном нашего участника, главного героя, из живых, так сказать, персонажей. И сегодня мы приступим к покрытию танка масляными точками. Все-таки я решился на этот шаг. Сейчас поближе вам покажу. Резкость. Как вы видите, танк поблескивает. Немножко сделал я ему покрытие полуматовым лаком. Во многих видео я показывал, использую лак для саун, такой бюджетный вариант. Это лак на акриловой основе, полуматовый, довольно неплохой, наношу. Влиянием немножко сделаем, возможно, таких, чуть боюсь сказать, ржавчины, как бы, ну, что-то такие, какие-то потеки сделаем в некоторых местах. Собираюсь минимально использовать этот эффект, вообще не хотел его делать, но кто-то меня толкнул на это. Думаю, все-таки нужно добавить какую-то изюминку. Думаю, что небольшие потеки как раз добавят эту изюминку. Потом мы сделаем немножко сколов тоже. Я решил все-таки, вообще не собирался делать ни масляных точек, ни сколов, но решил все-таки, танк был построен, экипаж его обкатывал, как-то там все равно была загрузка боекомплекта, открывались люки некоторые, небольшие сколы все-таки должны быть. Ну, камуфляж потирать не будем, все-таки, ну, не настолько поддался влиянию погоды, экипажа, действий экипажа, поэтому камуфляж пусть будет, а немножко сколов мы все-таки нанесем. Ну, как вы видите, я нанес минимальное количество масляных красок, использовал. На модель посмотрим, что у нас получится из этого. Можем уменьшать и увеличивать потек с помощью.
На башне совсем минимальное количество. Прошу прощения, что убежал из кадра. Немножко на маске орудия, совсем чуть-чуть. То есть тут вообще минимально. Тут еще. Хорошо потек. Я думаю, достаточно ржавчины на башне. Большие потеки. А, ну вот еще с кормы башни. Небольшой потек сейчас сделаем. Так вот немножко сыграли ржавчиной. Немножко подправить. Вот этот потек слишком большой, мне кажется. Чуть-чуть можно удалить. По-моему, добавляет зрелищности. Вы в комментах, конечно, напишите. Немножко ржавчины, думаю, танку не помешает, который был внутри влажной атмосферы, так сказать, находился. Поэтому я проверяю тщательно. Ну и на корпусе немножко сейчас тоже нанесем этих масляных точек. Так, тут нужно немножко изменить ракурс. Думаю, вот так вот подойдет. На корпусе я старался минимально наносить точки, потеки. Тут вот эти болтики могла затаить. К сожалению, дорогие друзья, батарея села у меня на камере, и пришлось за кадром доделывать все потеки ржавчины, которые я сделал с помощью масляных точек, эффекта масляных точек. Собственно, ну, вам судить, вам в комментах писать. Сейчас поближе сделаю. Такого вот эффекта мне удалось добиться. Ну, надеюсь, что я не перегнул с ними. Нанес по минимуму.
тех местах, где бы мне хотелось их видеть. Следующим номером нашей программы будут сколы. А я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, в группу ВКонтакте, ссылку размещу в описании. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.